Наслаждаясь тишиной, выставка под таким названием открылась в Сургутском краеведческом музее. Экспонаты – фотографии сургутянина Бориса Полоскова. Наш соотечественник не раз становился победителем международных конкурсов фотоискусства и печатался в ведущих мировых изданиях. Однако сам себя он считает любителем, нежели профессионалом. На его счету победа в крупнейшем конкурсе северной и арктической фотографии Global Arctic Awards 2012 и призовое место во всероссийском фотоконкурсе «Дикая природа России» журнала National Geographic. Борис занимал первые места в окружных фотоконкурсах, участвовал в Сибирской биеннале и выставках в Москве и Нью-Йорке. 5 работ Полоскова вошли в книгу «Красоты вечной России», изданной во Франции под патронажем Марины Влади. Любимыми объектами съемки для нашего соотечественника была и есть по сей день река Обь и ее притоки. Удивительно скромный человек, но в то же время энтузиаст своего дела, любитель, доросший до профессионала, я считаю. Человек, который так знает многие уголки нашего региона, я бы сказала, Югры в целом, лучше, как немногие из нас. Я считала, что нужно открыть этого человека Сургуту. Я очень рада, что выставка состоялась. Я надеюсь, что многие придут насладиться тишиной, потому что действительно это удивительная тишина рек, удивительных притоков реки Оби, которые Борис Полосков умеет снимать.